Мы начинаем третье стихотворение в этом цикле. Гимн? Да. Это наше сегодняшнее. Меадам аришон ад ата. Ад ата. Шохев адам лишон от лейло. Эхад мишишим шебашхива лемита. Еш бишхива лишон. Я начну сначала. Миадама лишон ад ата, ад ата, шохев адам лишон от лейло. Эхад мишишим шебашхива лемита, еш бишхива лишон. Алгага байт, ки алтель хаквура, ашамаим хаилмим, вякохавим хатимхоним. Ал мишкаво балейлот ивакеш адам, את שאהבה נפשו ולא ימצא אמה. זו אשר לצלעו אינה היא מצלעו. מגן עדן מקדם ועץ התפוח בנותן ריחו. אין זה אש כל הכופר ואינבי האש. כנהר מעדן גנו יוצא, ופני איש ואישה בבדולח מימיו, כפני החמה ביום, וכפני הלבנה בלילם, והרוח המלטפת עריית בשרם, מנענעת ניעה ניעה ענפים במים בנהר. הו הו, אל זה הנהר אין עוד אדם בעולם יודע, ואיזו דרך עפר רבי טל ואבקת זהב, יובילנו חם ועירום אל אשר אהב. Если в прошлом стихотворении Ури Цви описывает последнюю ночь, как бы, человека. И в том стихотворении он говорит, что вот при последних вздохах вопрошает человек не о возлюбленной, а о матери, а о матери своей, то как раз в этом стихотворении Ури Цви описывает совсем иную ситуацию. Обыкновенную ночь обыкновенного человека. И именно описывает вот это стремление к возлюбленной. Он описывает это той терминологией, которая взята из библейского описания Адама и Эдемского сада и той первой пары и первой любви. Вот именно к этому стремится каждый человек, к тому архетипу, как бы запечатленному на генетическом уровне, к той одной единственной, к ней он стремится. Он стремится вновь возвратиться в тот Эдемский сад, в то первое ощущение, которое не было не было ничем испорчено еще. Но, и тут обыкновенная его ощущение, что, но кто знает,
сможет ли обрести человек и каким путем ему идти, чтобы прийти к этой цели. Миадам аришон ад ата. Ад ата. Со времен Адама до сих пор шохев адам лишон от лейло. Ложится человек спать ночь свою. Лишон эт лейло. По-русски это действительно спать ночь, это неправильно, да. Но я стараюсь как можно ближе. Да. Уснуть в ночи своей, можно сказать. Это, но на иврите это лишон эт лейло за беседер. Нет, провести это нет. Провести можно ночь иначе, чем спя. Именно спать. Ну. Лишен от лейло, да? Вполне. Медуберат. Сегодня говорят лишен балайла. Белейло. Но... Лишен балайла, лишен... Эт лейло. Нет, это примерно то же самое. То же самое. Ну, это красиво. Ну? Эхад мишишим шебашхива лемита. Еш бешхива лишон. Одна шестидесятая из смертного лежания есть в лежании спать. Это совершенно так буквально. Буквально. Это, естественно, цитата из мудрецов, которые говорят, что каждое засыпание есть в нем одна шестидесятая часть смерти. Нет. Одна шестидесятая из смертного лежания есть в лежании спать. В лежании? Да. Состояние сна. Прекрасно. Я просто стараюсь буквально, а вы с этим делаете что хотите. Алгаг габайт ке алтель хаквура. На крыше дома, как на могильном кургане. Гашамаим гаилмим, веакохавим гатим гонимим. Немые небеса, немые небеса. Когда лежишь на кургане и смотришь в небо, что ты видишь? Немые небеса и странные звезды. Тимгуни — это странное. И странное? Да. Что они говорят? Зачем они сияют? К чему это все? Это уже сами, да? Это я от себя. Это от себя тина. Хорошая себя. Вторая строфа. Ал мишкаво балейлот ивакеша адам этше агава навшо. Вторая часть этой фразы, она прямая цитата из песни. Там Шуламит говорит: бикашти этше агава навши. Я перевожу. На ночном ложе своем попросит человек то, что любо душе его.
вело им цаэна. И не найдет. Еще раз. Не найдет. И не найдет. Вы это скажете. И не найдет. Попросит человек. Или на что угодно попросит человек. То, что любо душе его. И не найдет ее. Тут, понимаете, вот как бы переход. Конец, это ее, да? Ее. Конечно. Ее. Не найдет ее. Так его, наверное, то, что любит. Ну, правильно, вы правы, ну, тоже, Элла. Дело в том, что это шагаванов, что это то, что любо душе его. А здесь и написано именно ту, что люба душе его. Можно сказать так, можно сказать иначе. Но там он говорит уже более прямо. Вело им цаэна. Не найдет. Ее. Ее и не найдет. Можно просто сказать. И не найдет. И тут он описывает нам его состояние этого вопрошающего, просящего. Да? Зоашер ле цалло эйна ги ми цалло. Та, которая возле ребер его, ребер его, не та, что из его ребра. Совсем не так, а мне приходится. Угу. И он продолжает в следующей строчке. Миганеден микедем. Пейца тапуах бенотен рейхо. Вот это есть миганеден микедем. Это одна цитата. «Эйца тапуах бенутен рейхо» – почти точная цитата из «Песни песней». «Миганедон микедон» – это цитата из книги, из первой книги, да, книга «Берыщи». То есть вот и вместе получается новая фраза. Из двух почти точных цитат. Я перевожу. Из Эдемского сада древнего и яблони благоухают в нем. То есть это не та, что из его ребра, из Эдемского сада древнего и яблони благоухают в нем. Но понимаете, какие там яблони благоухали? Ведь по народному поверью именно это и был запретный плод. Я говорю, по народному поверью. Не по еврейской традиции, не яблоко было запретным плодом. А что? Что хотите, там несколько возможных вариантов, но не яблоко. Яблоко в народное поверье пришло из-за яблока Елены Прекрасной. Да. Это совсем другое яблоко. Но так как в «Песне песней» там есть метафора, когда невеста говорит о своем возлюбленном, что запах его, как благоухание яблони. Так вот он это, именно это сюда и приволок. И понимаете, вот этот запах. Запах, первый запах благоуханной плоти, благоуханной, которая потом становится прахом. К чему стремится человек? К какому идеалу? Счастье. Но не то. Есть возле него, но не то. И не так. Дальше он говорит. Эйнзе школя кофер, ве инвейга
эш. Это не гроздь цветущая и не виноградины огненные. Да, нет в этом ни цвета, ни вот этого внутреннего огня, который есть в винограде. Ведь что в нем? Самое главное — это вино, а это огонь, распаляющее. И надо сказать, что тоже «Иеш коля кофер ин вейха эш». «Ин вейха эш», по-моему, тоже есть один раз, я не проверил, но «Иеш коля кофер» совершенно точно, это тоже цитаты. Он как бы строит из цитат свои образы. Третья строфа. Венагар ме эден гано йоце. Уфней иш ве иша бивдолах мима. Если мы посмотрим на первые стихи Торы, то там описывается Эдемский сад, из которого вытекают четыре реки, омывающие весь мир. И он, конечно, это берет и делает из этого свой образ, совсем другой. То есть, как бы свое понятие. И река из Эдемского сада его исходит. И лица мужчины и женщины в хрустале ее вод. Исходит. Ее вот, это реки, да? Да. И лица мужчины и женщины в хрустале ее вод. Кифнея хама байом, ухифнея левана белейлам. Как солнце днем, как лик солнца днем, и лунный лик в ночах их, то есть лица их в хрустале воды, как лик солнца днем, и как лунный лик в ночах их. Их это и вод, и мужчины, и женщины, естественно. Вы знаете, можно и в ночи, вы правы. Можно сказать и так, и это. Можно так, и так. Вегаруа хамилатефет Эрьят бисарам минаанат ниа-ниа анафим. И ветерок, поглаживающий наготу их плоти, покачивает туда-сюда веточки. Бамаим банага, в воде реки.
Ого-го! Эльзега нагар, эйно дадам баолам йодея. О-о! К этой реке не знает ни один человек в мире. Бейзодерех афарра веталь веавкад загав. Какой дорожкой земной, покрытой росой и прахом золотым. Покрытой росой и прахом золотым. Дорожкой земной, покрытой росой и прахом золотым. Что? Прахом золотым? Не мраком, прахом, боже ты мой. Я уж такой косноязычный, меня невозможно понять. Это Женя, наверное, обычно. Прахом золотым, о боже. Уже послушал. Ну, типа, прикольно. Йовилену, хам ве эйром, эль ка шер агав. Пройдет он горячий и ногой к тому, что любо ему. Здесь только двери. То, что есть. Загав, агав, да. Здесь правда, что авка это не только прах, это и пыль. Да? Может быть, пыль, да, да, да. Авка это может. Ну, на таком языке это порошок. Да, да? Но это может быть и пыль. Вполне, да, вполне, вполне, да. Да, да, да. Это от слова авак, конечно. Авак вообще-то это прах. Но это и пыль потом уже, да. Это не приведет нас, а пойдет. Пройдет он. Вы понимаете, тут, вы правы, есть некоторая такая сложность. Или... Если бы он, скажем, написал «Эйзодерех», то можно было бы представить, какая дорожка нас поведет. Но когда он пишет «Беэйзодерех», какой дорожкой? Ну, можно прочесть, но кто? Вот в чем вопрос. Дорога. Я думал тоже так, но он пишет не просто «эйзодерах», а «беэйзодерах». Поэтому я так, но если вам удобнее, можно и так, да. Может и дорожка нас поведет, может быть, да. Это тоже возможно. Это тоже возможно. Он пишет, какой дорожка. Он пройдет. Или какая дорожка его поведет. Его поведет к тому, что ему любо. Эль Ашераха. Окончание. Не Йовин Отану. Нет, нет, это Ото, Ото, Йовилену. Да, да. Да, да. Это про него. Да, да, это не про нас. Это не про нас. Тут речь идет о нем. Да. Ну, я не считал. Венагар ми Эден Гано. Йоце. Да, из Эдемского сада его исходит. Да. То есть имеется в виду, что
что? Что он как бы... У него свой эдемский сад. У каждого свой эдемский сад. В котором он ищет то, что ему... Да, у каждого свой эдемский сад, и из него выходят те реки, которые как бы ведут его дальше. Те образы, которые дальше развиваются, они из его эдемского... Именно, да. Да, да. Да, да. А можно? Да. Можно дурацкий вопрос? Какой хотите? Вот это самое, хо-хо, что это значит? Это о, то, что в стихах пишут, скажем, по-русски, о, там. Да. Да? Ах, ах. Ох, ох. Нет, ой, вы, это слишком. То есть, это действительно вот восклицание чего-то недостижимого. Да. Ну, как хотите. О. Да. Потому я для себя так и перевел. О. Два раза говорим. Да. В русской поэзии сказано, или не в поэзии, один раз. Но это да, именно принято два раза. Да. Да, 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 да. Не обязательно. Не обязательно. Можно и один раз. Но два раза это вполне приемлемо. Но это не ого, скажем. Нет, 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 нет. Это не ого-го. А, то есть как бы а именно о. А? Ну так. Нет, это вообще. Вообще, конечно. Стихотворение красивое. Есть в нем своя глубина, есть свои какие-то и ассоциации, и образы, да, да, да. Да. Ну, неспроста он вот соединяет два эти очень мощных образа. И первого человека, да, первого, и песни. Это неспроста, это два очень мощных образа. Каждый сам по себе. А он их соединяет во многих строчках здесь. Цитатами. Все, товарищи. Еще раз прочесть с удовольствием. С удовольствием прочту вам еще раз, да, с удовольствием. Только следите за этим, пожалуйста. Сами, да. Молчка. На иврите, чтобы мы услышали музыку. Меадам аришон ад ата. Шохев адам лишон эт лейло. Эхад мишишим шебишхива лимита. יש בשכיבה לישון, על גג הבית כעל תל הקבורה, השמיים האילמים והכוכבים התימהוניים. על משכבו בלילות יבקש האדם את שאהבה נפשו, ולא ימצא אלא. זו אשר לצלעו, אינה היא מצלעו, מגן עדן מקדם, ועץ התפוח ונותן ריחו. אין זה אשכול הכופר וענבי האש. ונהר מעדן גנו יוצא, ופני איש ואישה בבדולח מימד, כפני החמה ביום וכפני הלבנה בלילם. והרוח המלטפת עריית בשרם, מנענת ניעניה, ענפים במים בנהר. הו-הו, אל זה הנהר, אין עוד אדם בעולם יודע, באיזו דרך עפר וטל ואבקת זהב, יובילנו חם ועירום אל כאשר אהב. Спасибо большое.